Всем привет! Сегодня у нас с вами 21 день медитации изобилия. 21 день курс «Ключ к изобилию». Сегодня последний день вашего путешествия. И я вам очень благодарна за возможность разделить этот вызов и быть вместе со мной. Спасибо за ваши усилия. Мы уже знакомы с 7 переключателями счастья. Это отдавать другим, передавать, позволять уйти, отпускать, баловать, быть благодарными, дарить себе и уметь прощать. Когда эти 7 переключений станут частью вашей жизни, счастье естественным образом вольется в нее просто и легко. Все есть энергия, и поток должен быть круговым, непрерывным, чтобы вернуть нам изобилие. Держите свои каналы открытыми и чистыми, чтобы ваша энергия могла течь беспрепятственно, и оставайтесь сосредоточенными, чтобы будущие проблемы помогли вам расти и развиваться. Итак, задание на последний день. Послушайте управляемую медитацию с мантрой «Со-ха». Запишите сегодняшнюю центральную мысль и как можно чаще вспоминайте ее в течение дня. Каждый момент каждого дня я проживаю свою жизнь в изобилии. Каждый момент каждого дня я проживаю свою жизнь в изобилии. В блокноте запишите свой опыт, оглядывая на весь этот курс 21-дневный марафон, включая то, что вы захотели, чтобы сохранить в своей повседневной жизни и что вы хотите напоминать в себе каждый день. Добро пожаловать в 21 день. Жить в изобилии. За это время, что вы были вместе со мной, вы получили ежедневные инструменты, благодаря которым вы можете привлечь изобилие в свою жизнь. Мы убедились, что изобилие гарантированно присутствует повсюду и является вашим правом, полученным при рождении. И в вашей жизни, испытывая окружающее вас изобилие, вы живете в гармонии со своим Высшим Я и можете выразить себе все богатство своего существа. Вы обладаете силой усовершенствовать жизнь других и влиять на позитивные изменения в мире. Сегодня я буду вашим гидом медитации, визуализации. Мы просим благодатную почву, семена этого сознания изобилия, чтобы вырастить больше любви, счастья, благополучия, всего, что вы желаете, просветления, чтобы сделать более легкой и комфортабельной вашу жизнь. Итак, начнем. Сядьте удобно, займите комфортабельное положение, закройте глаза, выдыхайте и выдыхайте плавно и глубоко. Старайтесь ни о чем не думать. Позволяйте своему воображению перенести вас на прекрасный зеленый луг. Он настолько притягательный, что вам хочется сесть в густую зеленую траву и насладиться всем великолепием. Ступая по этому зеленому ковру, ощущайте мягкость, насыщенность. Почувствуйте глубинную связь с землей. У вас с собой
есть маленький мешочек с семенами разных сортов. Это семена благодарности, одобрения, любви, мира, материальных благ, единства, гармонии, здоровья, благополучия и блаженства. Откройте мешочек и высыпите семена на ладонь и бросьте их в эту благодатную почву. Поверьте, что вы, как только просеиваете семена, солнце и дождь будут питать, они превратятся в сильные, яркие растения, в то время как вы наслаждаетесь прелестными луковыми ароматами. Перед тем, как уйти безмолвно, повторяйте эти слова за мной, чувствуя, как они откликаются в центре вашего сердца. Вы можете повторять про себя вслух, пропитывая свою энергию вместе со мной. Итак, начнем. Я – блаженство счастья. Я – совершенное благополучие. Я – безусловная любовь. Я – совершенная гармония. Я – умиротворение. Теперь глубоко вдохните, повторяя безмолвный звук. Затем выдохните через нос, повторяя безмолвно звук. Продолжая своему дыханию, течь легко и повторяя за мной нашу последнюю мантру. Медитация курса изобилия. Со на вдохе и ха на выдохе. Со ха. Со ха. Каждый раз, когда вы замечаете, что вас отвлекает какая-то мысль, телесное ощущение или шум, просто направьте внимание на мысленное повторение мантры. Со хам. Со хам. Продолжайте медитировать. Я засеку время, и в конце вы услышите звук колокольчика. Это будет сигнал, что пришло время отпустить нашу с вами мантру. Со-ха. Со-ха. Пришло время отпустить нашу мантру. Пожалуйста, возвратите свое сознание в тело. Отдохните минуту, дыхая медленно и глубоко. Когда почувствуем, что готовы, медленно открываем глазки. Мы посеяли семена изобилия в лоно создания, и они уверенно прорастут легко и без усилий. Поверьте, что в любой момент вы можете соединиться с источником, с вашей истинной сутью. И завершая марафон, курс «Ключ изобилия», в котором мы участвовали все вместе, оставляя вас нашей последней центральной мысли, которая послужит вам прекрасным напоминанием обо всем том, что мы узнали вместе. Каждый момент, каждого дня я проживаю свою жизнь в изобилии. Каждый момент, каждого дня я проживаю свою жизнь в изобилии. На этом наш курс подошел к концу.
курс изобилия, который продлился 21 день. Я надеюсь, что мой труд был не напрасным. Желаю вам процветания, блаженства, любви. С вами была я, Наталья Куткова.